Более 500 лет назад основоположник фармакологии Парацельс определил, что яд от лекарства отличает лишь доза. Точность играет главную роль в изготовлении лекарственных средств. И поэтому за прошедшие с тех пор 5 столетий были разработаны строгие мировые стандарты их производства. Соответствие этим стандартам – залог эффективности лекарства, а значит, основополагающий фактор успеха на фармацевтическом рынке. Мы находимся на заводе «Хемофарм» – современном фармацевтическом предприятии по производству твердых, нестерильных лекарственных форм. Предприятие спроектировано, построено и функционирует в соответствии с международным стандартом надлежащей производственной практики – GMP. Который определяет требования к организации производства и контролю качества лекарственных средств. Стандарту соответствует весь производственный цикл, что подтверждено соответствующими сертификатами. Планировка помещений и конструкция оборудования сводят к минимуму риск ошибок при производстве. Продукция изготавливается в чистых зонах, помещениях класса D. Производственный процесс начинается с закупки исходного сырья и его входного контроля. Сотрудники наших лабораторий проводят его проверку по физико-химическим и микробиологическим показателям в соответствии с требованиями нормативной документации на современном оборудовании. Затем разрешенное к использованию сырье проходит цепочку этапов производства для получения готового продукта. Технология производства каждого продукта четко определена, звенья цепочки неизменны. Первый этап производства – это подготовка и взвешивание сырья. Компоненты будущего лекарственного препарата просеивают и взвешивают согласно производственной формуле. Взвешивание сырья проводится в помещении класса частоты D в камере с ламинарным потоком воздуха. Воздух из камеры взвешивания забирается снизу. Затем проходит стадию предварительной очистки фильтрами, расположенными за перфорированными решетками и фильтрами, находящимися в техническом коридоре, после чего воздух проходит стадию тонкой очистки фильтрами, расположенными в потолке комнаты. Нисходящий однонаправленный поток воздуха над всей зоной взвешивания защищает сырье от загрязнения частицами и микроорганизмами, которые могут содержаться в воздухе производственного помещения. Следующий этап – получение смеси для таблетирования или капсулирования. Хемофарм использует две современных технологии – получение смеси для прямого прессования и грануляция. Полученная смесь или гранулы обрабатывают скользящими и смазывающими веществами, чтобы обеспечить их текучесть и прессуемость. При получении смеси для таблетирования сырье поступает на линию при помощи вакуумного насоса. Затем происходит перемешивание загруженного сырья и увлажнителя. Следующим этапом является грануляция. Передавливание полученной смеси через калибратор с определенным размером ячеек в специальную сушилку при помощи вакуумного транспорта. Далее гранулят высушивается, подвергается сухой калибровке для получения однородной смеси для таблетирования и поступает в специальные емкости из нержавеющей стали, после чего отправляется на следующую стадию. В течение всего процесса контакт продукта с окружающей средой минимален. Далее следует этап получения таблеток или капсул. Для таблетирования смеси используются немецкие высокоскоростные роторные прессы «Килиан», способные производить до 320 тысяч таблеток в час. Твердые желатиновые капсулы наполняет современный капсулятор «Bosch». Он способен заполнять от 42 тысяч капсул в час не только порошком, но и пеллетами, микротаблетками или жидкостями. Предпоследний этап – нанесение оболочки на таблетки с помощью современных коутеров. Оболочка позволяет придать таблетке не только цвет, но и другие необходимые свойства. Защитить от воздействия света, скорректировать вкус, локализовать место желудочно-кишечного тракта, где распадается таблетка. На заключительном этапе готовые таблетки и капсулы фасуют в блистеры и упаковывают в картонные пачки вместе с инструкцией.
Для того, чтобы блистер обеспечивал стабильность лекарственного препарата в течение всего срока годности, мы используем самые современные упаковочные материалы. Многослойные пленки на основе алюминиевой фольги, обеспечивающие максимальную защиту продукта от воздействия влаги, кислорода и света. На каждом этапе производства берутся пробы и проводятся испытания на соответствие строгим требованиям качества. Для этого на предприятии функционируют две лаборатории – физико-химическая и микробиологическая. Они оснащены всем необходимым современным оборудованием и средствами измерения. Если специалисты после лабораторных тестов признают качество сырья, полупродукта или продукта неудовлетворительным, он не допускается к использованию и реализации. Постоянной тщательной проверке подлежит не только сам продукт, но и производственная среда, используемая вода, воздух, оборудование и персонал предприятия. Прежде чем отправиться к потребителям, готовая продукция, так же как сырье и материалы, некоторое время хранится на складе «Хемофарм». Проектное решение склада – гордость предприятия. Он максимально автоматизирован. Значительная часть манипуляций с грузами проводится без участия людей, что позволяет значительно сэкономить ресурсы и время. В складских помещениях полностью соблюдены оптимальные условия хранения сырья и готовой продукции. Для продуктов с особыми условиями хранения выделены специальные зоны. Мы убедились, что на заводе все процессы контролируются очень тщательно. А как насчет окружающей среды? У такого предприятия, как «Хемофарм», отходы могут иметь высокий класс опасности, ведь это химическое производство. Как же влияет на экологию края такой завод? Безусловно, предприятие осознает свою ответственность и заботится о безопасности окружающей среды. Для реализации этой важной задачи на предприятии эффективно функционирует система экологического менеджмента. Сточные воды перед сбросом в общий коллектор очищаются до соответствия требованиям даже более жестким, чем предъявляемые к водопроводной воде. Из подземного бака вода поступает в специальный конус, где грязь оседает на дно. А вода перекачивается в другой резервуар, после чего проходит через 3 стадии очистки. Воздух, который предприятие выбрасывает в атмосферу, проходит трехступенчатую систему фильтрации, включающую в себя фильтры абсолютной очистки. Твердые фармацевтические отходы аккуратно собираются и передаются на безопасную утилизацию. Прочие твердые отходы передаются в соответствующие организации для вторичной переработки. Этот комплекс мер позволяет свести к минимуму воздействие на окружающую среду и сохранить экологический баланс. Соответствие высоким мировым стандартам и строгий контроль качества на всех этапах производства делает завод «Хемофарм» одним из самых эффективных фармацевтических предприятий в России. Наша продукция реализуется не только на территории стран СНГ, но и на зарубежных рынках, в странах Евросоюза.